Он. Роль Лукаса сыграл Мурило Бенисио. Российскому зрителю актер известен именно по сериалу «Клон». Мурило Бенисио активно снимался в многосерийных бразильских теленовеллах. Также он известен по роли мужа главной героини в фильме «Женщина сверху». Сейчас актер все так же снимается в кино. У Мурило Бенисио два сына. Младшего ему родила актриса Джованна Антонелли. После он встречался с актрисой Деборой Фалабелла, которая в сериале «Клон» сыграла его дочь Мел. Однако в 2019 году пара рассталась. На данный момент о личной жизни актера ничего не известно. Сейчас Мурило Бенисио 49 лет. Жадди сыграла Джованна Антонелли. Переломным моментом в ее карьере стало приглашение сняться в сериале «Семейные узы». Далее последовала роль в телесериале «Клон», который прославил актрису. Сейчас Джованна Антонелли редко, но снимается в кино. Актриса живет с режиссером Леонардо Ногейро. У них есть две дочки, но пара до сих пор не зарегистрировала свои отношения. Сейчас Джованне Антонелли 45 лет. Роль Латифы досталась Латисе Сабателло. В начале 90-х годов актриса была секс-символом Бразилии. Благодаря роли в сериале «Клон» Латисе Сабателло получила признание публики и восхищение кинокритиков. В 2008 году актриса сыграла отрицательную роль в сериале «Дороги Индии». Сейчас она практически не снимается в кино. Помимо прочего, Латисе Сабателло пробовала себя как певица. В 2003 году актриса развелась с мужем. С тех пор о ее личной жизни ничего не слышно. Сейчас Латисе Сабателло 49 лет. Антонио Каллони исполнил роль Мохаммеда. Карьера актера на телевидении началась в 1986 году в мини-сериале «Золотые годы». Другие значительные работы Антонио Каллони на телевидении включают сериалы «Страницы жизни», «Земля любви», «Клон», «Музыка ее души» и другие. Сейчас актер не снимается в кино, и о его личной жизни ничего не известно. На данный момент Антонио Каллони 59 лет. Саида сыграл Далтон Вик. Актер снимается в кино с 1995 года, но настоящую популярность он получил именно благодаря сериалу «Клон». Также он снимался в популярных фильмах «Воздушные замки», «Пророк», «Два лица» и в других. Последний раз актер появлялся на экранах в 2012 году. Далтон Вик женат третий раз. В 2016 году супруга родила ему близнецов, которых назвали Давид и Артур. Сейчас актеру 57 лет. Дочку Жади и Саида Хадижу сыграла Карла Диас. В 2002 году она получила 6 различных наград, 5 из которых – это премии «Лучшая молодая актриса». Карла Диас снималась в фильмах «Семейные узы», «Бразильская школа», «Девчушки» и в других. Кинокарьера актрисы весьма успешна. Стоит отметить, что она является официальным лицом нескольких косметических брендов и марок одежды в Бразилии и Аргентине. Сейчас актрисе 30 лет. На сегодня все. Если хотите, чтобы вышло продолжение, то пишите об этом в комментариях. Тогда я пойму, что вам интересно, и обязательно сделаю вторую часть. Подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Всем пока!